Ребята, доброе утро. Сегодня уже 11 июня. Вчерашний день — это просто, конечно, кошмар. Ну, весь день на смарку, козе под хвост, как бы так покорректнее выразиться, после 5 часов простоя все-таки выгрузился я. Ну и приехал я в Сакраменто. Встал, дальше ехать некуда. Время закончилось, то есть полностью день убил. Проехал за вчерашний день 239 миль за все время. Вот это, конечно, рекорд. Средняя скорость получилась где-то 34,5 мили в час. А такие вот тут трафики бывают. Но не удалось мне вчера перецепить свой трейлер. Все еще с этим рифером. Хорошо, хоть отключил его. Ну и сейчас мне тут ехать где-то 1,5 мили примерно. Где-то стоит на какой-то парковке там или мастерская, или что-то, даже еще не знаю. Сейчас доеду, сброшу этот рифер, зацеплю ящик и буду ждать работу. Наверное, сегодня уже, наверное, вырвусь таки из Калифорнии и поеду куда-то на восток. Будем смотреть, что будет получаться. А пока вот такое вот. Стою я на вот этой улочке. Наверное, это единственная улица, на которой разрешено парковаться траком. Траком нет ограничений. Можно встать и переночевать спокойно. Ехать где-то миля 300. Ну, тронем. Сейчас без 8 минут. 8, они начинают с 8 работы. Начнем двигаться потихоньку. Зацеплюсь, потом перееду сюда и буду тут ждать новую работу. Так, ну приехал я на эту артель. Там они траки ремонтируют. Ну, в общем, все тут есть. Это русскоязычные тут ребята работают. Нашел трак, сейчас поеду цеплять 124-й трейлер. Наставляли, блин, хрен проедешь. Так, попробуем сюда вернуться. Вот этот трейлер стоит, тут мешает трак. Сейчас вот часу не легче, перецепил трейлер. Ну и перецепил. Ой-ой-ой. Сейчас глянем, запаски нету. Хлам. Вот в таком виде она. Ну все, это ласты. Выбросить, да и все. Вот еще надо найти, где выбросить. Ох, такие вот дела, малята. Будем выбираться как-то. Да. Все. Надо будет где-то ее где-то свали. А, она лопнула вообще. Так. Ну, тут вроде все висит. Все подвязано. Лоудлаков нет. Придется покупать. Вот такие дела. Хороший трейлер. Резина так себе. Ну, надеюсь, проеду. Ребята, вы не поверите. Прошло полдня, я еще с места не стронулся. Но наконец-то получил таки адрес загрузки. До него 145 миль. Это в Рино, Невада.
И сейчас будем выезжать. Сейчас сделаем pre-trip inspection и двинем путь. Ну, наконец-то. Ох и жарень. 39 плюс по Цельсию. Так, pre-trip inspection сделали. Ну, и трос. Путь. Ну, и путь. Направо, направо, ну и вперед. Вперед! И танки наши быстрые. Нам прямо, никуда не сворачиваем. Прямо. Прямо. Четыре линии. Лос-Анджелеса, там надо было направо. Я поехал бы, конечно. 22 дня году. Уже тут по жаре. Бетоночка так и должно быть все-таки Сакраментовка, кто-то говорит. Столица. Опять неудача. Вот елы-палы. Проехал 17 минут или сколько, и стал. А стал по простой причине. Топливную карточку забыл взять. Стою, жду, сейчас подвезут. Ой, ёлы-палы. Сказал, минут через 15 будет. Жду. Сакраментовка. Ну, никак не выеду. Так, привез мне Саня топливную карточку. Две мили, время 2 часа, до 5 надо успеть. Ну, успею, наверное, надеюсь. Простоял 45 минут, прождал его. О, блин. Да еще не мою карточку привезли. Ну, бог с ним, едем, какая есть. Лежит.
плохо видно будет, но мне так и хорошо видно. Красота тут. До загрузки 72 мили.
комментах, что ты это снимаешь, больше нечего. Так вот и нечего уже. Одни и те же дороги. Ох, там озеро красиво. Народ на лодочках катается. Доехали до границы с Невадой. Сейчас увидим знакомую нам вывеску. Ох, и речка красивая тут. Сообщение. Мы уже въезжаем в штат Неваду. 3 мили осталось. Это Prime тихоход. Выдерживает это, еще и тормозит. Доехали таки мы до Невады. Нас встретили табличкой Welcome to Nevada. Поехали по Неваде. Добрались мы до Рино. Через 4 мили примерно будем сворачивать на 395-ю дорогу. Трошки проедем. Осталось 13 миль. Вот такой вот он Рино. Дорогу накатали. Дорога, надо сказать, идеальная. Слава Иисусу Христу. Доезжаем уже почти. Ну да. 2 мили до поворота. Вперед. Сворачиваем. И налево. Continue straight.
Эту дорогу вы тоже знаете. По ней мы ездили. Трафик. Все сбиваются сюда. Всем надо. Ну и нам надо. Сейчас будем сворачивать через 1,5 мили на какую-то дорогу. Там лимон. Какой-то драйв. Еще сворачиваем на какой-то military road. Подождем, пока позеленеет стрелочка, и поедем. Так, будем сворачивать. Приехал я. Сейчас пойдем узнаем, где это оно все это. Может, на какую-то дверь сейчас встанем. Да и загрузимся сегодня. Пойдем узнаем. Не так-то просто тут что-то найти. Вот это все уже обошел. И там был. Но у меня 875. Ничего нету, все закрыто. Сказали до 5. Да хрен там до 5. Я приехал в половину уже. 15 минут бегаю тут без толку. Позвонил диспетчеру. Что скажет? Будем ждать. Вон там мой трак стоит. Пока до него дойду. Тут я все уже проверил. Все закрыто. Сейчас еще подергаю. Но, по-моему, это бесполезно. Так, похоже, этот день на смарку. Контора закрыта, все двери обдергал. Позвонил диспетчеру, тот в шоке. Куда-то звонит, что-то там узнает, но, по-моему, это бесполезно. Вот это вот такие дела тут происходят. Ну что ж, опять не повезло. По-другому не назовешь. Ну это так, если корректно. Спасибо всем, кто тут пробыл со мной почти весь день, промучился и нифига ничего не увидел.